Здравствуйте, дорогие друзья! Мы стоим перед зданием терминала Мариупольского аэропорта, в котором с июня 2014 года располагались украинские силовые подразделения и в котором находилась печально известная тюрьма-библиотека. Сейчас я проведу для вас небольшую экскурсию. Вот это терминал аэропорта Мариуполя. Летом 2014 года весь этот зал, вестибюль терминала, это было расположение добровольческого батальона МВД Украины «Днепр» из Днепропетровска. Прямо здесь стояли походные кровати, шкафы, ширмы между ними разделялись. Здесь вот жил весь батальон «Днепр». На втором этаже в комнатах жило руководство батальона «Днепра». Мы идем по служебным коридорам терминала аэропорта. Кстати, от украинских силовиков остались еще, собственно, следы. Вот здесь был медицинский пункт. Летом 2014 года вот здесь на углу стоял штабель мешков с песком. Импровизированное защитное сооружение как раз на въезд в сторону аэродрома. Вот сюда, на это место, подъезжали машины, которые выгружали задержанных. Вот здесь, вот на этой точке, вот прямо возле пожарной лестницы, здесь людей ставили на колени с мешками на головах, пока они ждали, что их оформят в библиотеку. Вот этот вход в здание терминала, он ведет в подсобные помещения самого терминала, камеры хранения, холодильные, ресторана терминала. И на втором этаже, собственно, сам бывший ресторан. Вот здесь на входе сидел боец Нацгвардии. У него стоял стол, который отвечал за библиотеку. Он выводил задержанных, он приносил им еду периодически. И он как бы у себя хранил рапорта на задержание. Ну, а вот здесь, собственно, сама библиотека. Вы можете видеть вот эти мощные железные двери, закрывающиеся. Одна камера холодильная и вторая камера холодильная, в которой держали людей. Но сейчас, как вы можете видеть, вся внутренняя обивка этих холодильных камер, она снята. Видите, здесь только утеплитель. Больше ничего. Металлическое покрытие было, ну, как внутри в холодильниках. Я подозреваю, что его сняли как раз потому, что задержанные могли там оставить какие-то следы. В соседней камере то же самое. Допросы велись вот в технических помещениях. Вот. Одна, как бы вроде, ну, бойлерная. Склад, вентиляция. И мы идем по второму этажу. Это была кухня, где готовили для ресторана. А вот здесь зал, где питались. Даже от украинских военнослужащих осталась едальня, столовая. А здесь на втором этаже жили... В 2014 году офицеры бригады внутренних войск, или уже тогда Нацгвардии, из Киева, позывной «Мустанги». В частности, вот здесь был их, ну, штаб. О, кстати, украинские символы повсюду.